Всем привет, добрый вечер. Я последние несколько месяцев стал обращать внимание, что время от времени те прямые эфиры, которые я пытаюсь сделать, пытаюсь понять, как это работает, вы просматриваете. И у меня возник один вопрос к вам, и интересно ли было бы, если бы я, играя свою музыку, рассказывал о инструментах, на которых я играю, потому что так сложилось, что скрипач, барабанщик, любой музыкант, кроме пианиста, носит с собой всегда свой инструмент. И лишь только для нас, для пианистов, зачастую происходит вот такая интересная история. Эта история всегда новая. Мы зависим от того инструмента, на котором мы играем. И зачастую это не наш инструмент, а именно тот, который стоит в том помещении, зале, либо клубе, где мы выступаем. Ну, я не имею в виду клавиши, я сейчас говорю о акустических роялях, инструментах, которые стоят в основном в концертных залах. И вот такой вопрос. Я буду вам очень признателен, если вы дадите вот такой фидбэк, расскажете мне, интересно ли будет вам, если я буду немножечко отдавать какие-то, не знаю, как это назвать, обзор, рассказ. Ну, по крайней мере, мне хочется это попробовать, и я хотел бы знать ваше мнение на этот счет. Спасибо. Всем пока. Хорошего вечера.